Вы ощущаете в себе, вот существует такой тезис, который я, допустим, придерживаюсь, что русский – это не этническая составляющая, а человек, который думает по-русски, он является русским. Вы себя считаете русским актером и вообще русским? Я думаю по-русски, я как русский язык, вот, любимый язык. Я не знаю, принимаете ли вы это? Но вот в эту грань, знаете, я не забираюсь. И как-то и мне и лень, и не хочется про это думать, потому что это как-то совсем не туда. И хотят ли русские войны? Знаете, это хотят, наверное, если воюют. Ну. А вы считаете, что хотят? Думаю, что в какой-то степени да, к великому сожалению, хотят. То есть вообще человек, это не только наша проблема, это общемировая проблема. Когда человек или нация не знает, как справиться с собой, необходим внешний раздражитель, к великому сожалению. Mm-hmm. Нет, не решена проблема здесь, будем искать там. Вот так я к этому отношусь. Mm-hmm. Ну, вы когда-нибудь сталкивались с проявлением национализма? Все время mm-hmm. сталкиваюсь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».